долгое время существовало мнение о том, что крестьянство в России было сплошь неграмотным. Однако вот последние научные исследования говорят об обратном. И гуслицкая волость тому яркое подтверждение. Я познакомился с научным работником музея имени Глинки Мариной Борисовной Рахмановой, которая очень просто и доступно объяснила, как учились пению и грамоте по крюковым нотам. Зависит от того, сколько точек стоит внутри крюка, это зависит его высота. Кто сможет убежать и смертнуться? Обычно за новыми впечатлениями, пишут авторы, едут в столицу. Мы же отправились на электричке в небольшой городок Куровское Орехово-Зуевского района. Я открываю пожелтевший от времени альбом с любительскими фотографиями, который в свое время начал оформлять Софьей Григорьевной, и на первую страницу поместил ее портрет 1934 года. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Thank you.